Смотрите, какой вкусный, нежный и ароматный супчик можно приготовить из плавленного сыра с овощами. Советую подавать его с сухариками, зеленью и дополнительно посыпать тертым сыром. Это очень вкусно! Растопить в сотейнике сливочное масло, добавить мелко нарезанный лук и нарезанную средним кубиком морковь. Перемешать и обжарить примерно 5 минут. Затем добавить нарезанный кубиком картофель. Залить водой или бульоном. Перемешать. Накрыть крышкой и варить после закипания 20 минут. Подогреть сливки в микроволновой печи. Это нужно сделать для того, чтобы они не свернулись в супе от перепада температур. И влить их в сотейник. Перемешать и варить еще 10 минут. Добавить нарезанные плавленные сырки. И измельчить суп погружным блендером. Все это стоит делать на минимальном огне. Посолить и поперчить блюдо. Перемешать. Суп готов. Снять суп с огня и разлить его по тарелкам. В каждую тарелку по желанию можно добавить тертый сыр, сухарики, зелень и так далее. Приятного аппетита!